Как тебе, наверное, известно, раньше Алистер и Вокс были партнерами или лучшими друзьями. Вокс явно уговаривал Алистера присоединиться к Вии, но Алистер отказался, и в какой-то момент между ними произошла ссора, в результате которой Алистер исчез на 7 лет. Но что если бы Алистер присоединился к Вии? Ну, во-первых, скорее всего, он бы поменял свой внешний вид и выглядел бы как-то так. Во-вторых, ему бы пришлось поменять имя на что-то типа Валистер, так как главное правило Вии, у них у всех имена начинаются на В. Три Ви также означают каждое из имени Вии, так что было бы логично, если бы Алистер не поменял имя, переименовать 3V в AVS, что означало бы визуальные эффекты. Я думаю, что это им бы очень подошло, особенно учитывая, что они доминируют в медиасфере. И я думаю, V вместе с Алистером стали бы самыми могущественными оверлордами в аду. Единственный, кто смог бы с ними посоревноваться, это Застиэль и Кармила.